Черные часы. Благородный и строгий цвет. Он никогда не выйдет из моды. Сегодня посмотрим на интересные модели часов с черным покрытием из магазина Best Watch. Всем привет! Меня зовут Виктор, я веду свой канал про часы на YouTube, а сегодня в гостях в магазине Best Watch. И мы посмотрим на интересную подборку часов в корпусе с черным покрытием. Пожалуй, первыми, кто предложил этот подход, были швейцарская компания Rado. Они выпустили полностью черные часы в корпусе из керамики. Изначально эти часы были безумно дорогие. Черный цвет появлялся только в люксовых моделях. Сегодня мы можем увидеть такие часы и у других известных брендов. Появились такие технологии, как, например, PVD-покрытие. Благодаря ним часы могут быть как строгие матовые, так и яркие с блеском. При этом такие покрытия не только придают часам люксовый шарм, но и надежно защищают часы от внешних воздействий. Мы можем увидеть черные часы в линейках Hublot, Panerai, IWC, есть кастомизированный Rolex и даже легендарный Patek Philippe Nautilus. Черный цвет есть как в электронных, так и механических часах. Давайте посмотрим на самые интересные модели из линейки Best Watch. Давайте начнем нашу подборку именно с электронных часов. Посмотрим на обновленную версию культовых футуристичных часов 70-х годов. Эффектные ретро-часы с угловатым трапециевидным корпусом. Модель Булава Компутрон явно обратит на себя внимание. Это электронные часы с LED-дисплеем и большим функционалом. А корпус выполнен из нержавеющей стали с черным IP-покрытием. Обратите внимание на сочетание эффектно полированного корпуса и интегрированного матового черного браслета из каучука. Он как будто является очень логичным продолжением часов, а игра света на верхних гранях корпуса просто завораживает. При том, что этот дизайн был разработан еще в 70-х годах, часы до сих пор сохранили актуальный и футуристичный облик. На руке эта модель сидит максимально комфортно. Габариты корпуса небольшие, всего 14 на 38 мм. Мне кажется, эта модель идеально впишется в образ человека в черном. Булава Компутрон станет достойным экземпляром в любой коллекции, а цена этих часов сегодня 22 тысячи рублей. Еще одни электронные часы с черным покрытием в нашей подборке от уважаемого бренда Casio. Этот G-Shock в любимом многими квадратном корпусе. Корпус и браслет этой модели выполнены из стали с PVD-покрытием. G-Shock – это уже практически классика для любителей электронных часов. Тут огромный функционал и надежность. 200-метровая водозащита, всевозможные будильники, таймеры и секундомеры и, конечно, возможность соединить часы с вашим смартфоном по Bluetooth. Но сегодня хочется обратить особое внимание на цветовую эстетику этой модели. Сочетание глянцевых и матовых элементов вызывают однозначное восхищение. На руке эти часы, несомненно, выглядят хорошо. Такие часы подчеркнут ваш спортивный стиль и мужественную строгость. Стоимость на сайте Best Watch – 51 990 рублей. Следующая модель в обзоре уже в более классическом формате. Это отличный представитель дайверских часов от бренда Swiss Military. В часах установлен швейцарский автоматический калибр. Стрелки и крупные метки покрыты ярким люмом, а на позиции 3 часа есть апертура даты. Ну а водостойкость модели целых 500 метров. Профессионализм этой модели подчеркивает и наличие гелевого клапана. Такие часы явно созданы для исследования морских глубин. Но не только их функционал заслуживает внимания. Здесь нас повсюду преследует эстетика черного цвета. Глубокий черный циферблат, матовый стальной корпус с черным покрытием, а вокруг сапфирового стекла мы видим изящный блеск однонаправленного дайверского безеля. Кстати, корпус этих часов не полностью матовый. Некоторые его грани имеют изумительную зеркальную полировку. Великолепное сочетание строгости и лоска. Отдельное внимание заслуживает ремешок. Текстильный черный ремень на липучке не только износостойкий, но и имеет вшитую метку Рекко. Она позволяет профессиональным спасателям обнаружить пропавшего человека при помощи специальных детекторов Рекко. Часы отлично смотрятся на руке, а промо-цена этой модели на сайте Best Watch сейчас – 39 тысяч рублей. Еще один представитель G-Shock в сегодняшней подборке – представитель топовой линейки Frogman на браслете. Тут используются самые современные материалы.
Корпус модели выполнен в формате монокок из карбона. Как и предыдущая модель, часы разработаны для дайверов и имеют дополнительный функционал для помощи при погружениях. Кстати, недавно я делал отдельный большой обзор этих часов, они действительно достойны. В дополнение к классическим черным оттенкам в часах появились яркие оранжевые элементы. И они только подчеркивают благородный облик. А вставка над сапфировым стеклом с логотипом G-Shock притягивает игрой света на черных поверхностях. Несмотря на то, что часы достаточно крупные, они вполне адекватно смотрятся и на небольшом запястье. Все же формат G-Shock не подразумевает скромный корпус. Эти часы выделяются и подчеркивают стиль и мужественность своего владельца. Стоимость этих топовых G-Shock сегодня 124 990 рублей. За эти деньги мы получаем не просто часы, а профессиональный дайверский инструмент. Ну а если кричащая брутальность не ваш выбор, рекомендую обратить внимание на изящные швейцарские часы Le Temps. Очень аккуратная и тонкая модель на швейцарском кварцевом калибре Ronda. Толщина корпуса всего 7 мм, а диаметр 38 мм. Здесь нет ничего лишнего. Это классика в чистом виде. Очень аккуратный циферблат, а на стрелках есть покрытие суперлюминова. На часах установлено сапфировое стекло, остальной корпус покрыт черным PVD с зеркальной полировкой. Что важно, часы получили миланский стальной браслет, который не только подчеркивает их оттенок, но и очень комфортен при носке. Такие браслеты сегодня все чаще можно встретить даже в самых именитых брендах. Часы отлично сидят на руке. Это действительно хороший выбор для офиса или прогулок. Ну а цена их на сайте Best Watch составляет 15 900 рублей. А изюминка нашей подборки – это Accutron DNA. Часы, где соединились прорывные технологии и изысканный дизайн. Мужские часы с собственным электростатическим механизмом. Это собственная запатентованная разработка, в которой используется тщательно спроектированная система двигателя и турбины для выработки мощности и плавного движения секундной стрелки. Действительно роскошные мужские часы, которые точно не отойдут на второй план. Корпус этой модели выполнен из нержавеющей стали с комбинированной матовой черной и серой отделкой. Часы на каучуковом ремне, который идеально подогнан к корпусу. Он придает этой модели слегка спортивный вид, хотя в таком варианте они будут прекрасно смотреться и в деловом стиле. Эстетика в этих часах повсюду. Можно долго любоваться корпусом и переливами граней, следить за плавностью секундной стрелки и пытаться разгадать их принцип работы, вглядываясь в движение турбины на циферблате. Это однозначный шедевр, и такие часы, безусловно, станут особым экспонатом в коллекции и темой для разговора. Конечно, они великолепно смотрятся на руке и как магнит притягивают на себя взгляд. Стоимость шедевра вполне сопоставима внешнему виду. На сайте Best Watch Accutron можно приобрести за 214 490 рублей. Есть ли у вас черные часы? Возможно, пришло время добавить этот цвет в вашу коллекцию. Напишите в комментариях, какие из представленных моделей вам понравились больше, ну а мы увидимся в новых выпусках. Пока!